Меня зовут Питер Паркер. Ну, а дальше вы все знаете. Я спас город, влюбился, а потом спасал город снова, и снова, и снова. Итак, я в комиксах, на коробке с хлопьями, выпустил рождественский альбом и мерзкое мороженое. Но дело не во мне. Уже не во мне. Этот паук прилетает раз в день, вжик-вжок-вжок, и ни перед кем не отвечает. Люблю тебя, Майлз. Я знаю. Не я знаю, а я тоже, пап. Ты серьезно? Говорим. Ты что, совсем? Я тебя люблю. Пап, я тебя люблю. Теперь принято. Меня зовут Майлз Моралес. Единственный в своем роде Человек-паук. По крайней мере, так я думал. Слыхал про суперколлайдер? Ты будешь в восторге. Идет раскрытие измерений. А мы похожи. Не может этого быть. Ладно, малыш, слушай сюда. Этот ломтик — твоя вселенная. Склизкая, мягкая, мерзкая. А вот этот аппетитный ломтик — моя вселенная. Тебе надо научиться быть Человеком-пауком. Ты научишь? Я могу. Теперь лети. А! Неплохо. Получается. Получается. Теперь выпускай и опять флип. Ладно. Флип. И выпусти. Отлично. Флип. Эй, паучки. Так, а ты кто? Я Гвен Стейси. Я из другого измерения. Сколько же там еще пауков? Привет, парни. Приветик. Все так запуталось, что дальше некуда. Нет, есть куда. Ясно. Мы должны вернуться в наши вселенные. Быстро. Бруклин обрушится. У меня семья живет в Бруклине. Майлз, что такое? Этот город твоим не был. Он мой. Если я не уничтожу коллайдер, тебе уже некуда будет вернуться. Запомни, то, что делает тебя особенным... Пошел! Делает тебя Человеком-пауком. Офицер, я люблю вас. Стоп, что? Человек-паук через вселенные. Сюда, сюда. Обратно, обратно, обратно. А в этом измерении животные разговаривают? Пугать-то его мне не хочется.